Привет всем! Вы на канале Судового Повара. На моем канале вы можете найти простые вкусные рецепты. Ну что, все, трип закончился, можно сказать. Сегодня крайний обед. Подам обед, а завтра уже будем, даст все хорошо, в аэропорту в это время. Камбуз прибрал. Как бы стараюсь где-то за дня три степ-бай-степ убираю, не откладываю на последний день. Раньше еще такая-то у меня была привычка, в основном все в последний день, но это да, просто 12, не 12 часов, ну целый день нон-стопом работаешь, там начиная с 6-7 утра и до 5 точно, ну, за исключением обеда, отдыха. А за 3 дня раньше начинаешь, и там один день это, другой день то, третий день это, и все, чистота и порядок. Вентиляция помыта, плиты намыты, духовки помыты, все готово. Документацию тоже вчера всю дополнил, заполнил. Ну и что, надо, конечно же, и никто, как говорится, обед не отменял. Приготовлю сегодня на обед курицу. Очень такой простой рецепт. Члены экипажа называют иногда это блюдо «Разорви фейс». Очень такое калорийное куриное блюдо. Для этого мне понадобится сегодня куриное филе, обычное уже обмыл, обсушил, соль, перец, каджунский спайс микс. Как-то уже на канале говорил, что это там несколько специй вместе с добавлением, по-моему, даже соли. Вот сейчас суплайер поменял фирму, ну, другой чуть-чуть приходит. Сейчас вот такой какой-то, вот так он выглядит, вы видите, тут и кориандр, смотрю, уже сейчас присутствует, чуть добавили что-то, короче. Ну и оливковое масло, сухари, сыр тертый, и еще в меню пишу, это Hellmann's Chicken и Hellmann's майонез. Все, начинаем готовить. Ну что, начнем. Все легко и просто. Беру, вдоль разрезаю куриное филе, сверху, где потолще, делаю надрез такой, тут также такие вот получается полоски по центру разрез, и так последующие. Все порезано, сейчас доводим до вкуса. Соль, перец, каджун, оливковое масло прямо на разделочной доске все это замешаю. Все. И сейчас выкладываю на противень. Просто таким образом, дыркой, срезом кверху. Есть чуть поднадорвался, ничего страшного. Поменьше куски, есть побольше. Так, все. Выкладываю аккуратненько. Сейчас каждый кусочек аккуратненько в сухарики. Оп. Так, последующий. Следующий сыр. Моцарелла тут. Пишут моцарелла, ну, как сказать это? Так, условно. Что моцарелла? И добро так все усыпаю сыром. Зато и название у
некоторых членов экипажа соответствуют этому блюду. Разорви фейс. Очень калорийная. И так далее. Все. Этот будет так. И заключительная стадия. Майонезиков сдобрим. И сеточка. Сейчас петрушечкой присыплю. Вот, визуально так выглядит. Все, 5-10 минут готово. На последний день в рейсе крайний. Супер, быстро, вкусно, калорийно. И в духовке проведет где-то минут 25-200 градусов. Пропекется. Сухарь придает именно как такую, создает оболочку. И заметил, что более сочнее курица получается. Так что все, отправляем в духовочку. Ну, пока курочка в духовке, покажу, что в складских помещениях осталось. То бишь в провизионках. Ну так, по центру оставляя пустые, чтобы загрузил сменщик свежий став. Сверху также практически. Ну а тут остатки. Все, что остается. Соуса. Всякие кетчупы, майонез. Сверху вот хлопья, печенье. Остатки. Молоко, соки. Ну, таким макаром. Еще там сегодня на улице. На улице сегодня все по кайфу. Как говорится, nice ice. Так, ну и дальше вот старший механик пришел яйца кушать. Ну и тут тоже уже сверху приготовил на завтрашний день на смену сменщику. Ну и остатки всякие, колбаска, шоколадная колбаска на ужин. На экипаж порежу. Ну и так, по мелочи. Тоже пусто. Чуть-чуть вот на следующий трип у меня остался. Я не знаю, что тут с морозильниками. В дрейны не уходит. От тайка. И мимо вот все. Весь трип мучился. Не знаю, что там, где забито. Хотя не должно быть забито. Вот видите. Капает. Я уже поставил специальные тазики. Все равно мимо что-то попадает. О, водичка. Только что произошла оттайка. Раз в сутки она, или два раза в сутки происходит. Не знаю, что за беда. Ну и тут также кое-что осталось. Это уже сменщик использует. Ну и тут таким же способом. Яйца на завтра остались, хлеб. Фрукты выкинул, кое-что осталось. Сыр сменщик остался. Ну, вот так вот. Ну а на камбузе, как всегда, чистота и порядок. Самые главные вещи помыты. Решеточки чистые. Вытяжки. Саламандра чистая. Микроволновочка помыта. Все. В духовке тоже все. Аккуратно. Фольга заменена. Все, короче, как должно быть. Фритюр тоже заменил масло. Все. Будем подавать обед. 25 минут прошло. Вот она. Запеклась, пропеклась. Сейчас минут 5 постоит в духовочке до подачи. И все. Одно блюдо на обед готово. И там рыбка дальше еще стоит в духовочке, подогревается.
что, все, обед отдал. Пойду сейчас отдыхать. После обеда тоже еще котлетосов пожарю там. Баранинка в духовке тоже. Да и собираться, последние сборы. Завтра в 9 где-то покидаем судно. В 11 первый самолет. Ну и дома тоже, как обычно, поздно вечером, часов 10 в Риге, аэропорт Рига. Все, до встречи в следующих видосах. Всем всего хорошего. Пока.